Привет! Это видео о самом важном, что произошло со мной за последние несколько месяцев. Я начала обретать себя, видеть смысл вокруг, осознавать свой путь, принимать ошибки. Это видео о любви, честности, искренности. Это история о том, как важно найти свое предназначение. Я в блоге около 12 лет. Уже в детстве маленькая Тюня поняла, что контент станет неотъемлемой частью ее жизни. Это было искренне. Я горела каждой идеей, каждым действием, пыталась найти смыслы. Пока все не начало рушиться из-за чужого мнения и слов. Я перестала осознавать, что делаю. В моей голове все так же было много идей, но их могло быть гораздо больше, если бы я не исходила из позиции, но вот это точно должно им понравиться. Я любила снимать и монтировать, но подсознательно копировала другие блоги и ориентировалась на критику окружающих. А затем я начала пропадать. Сначала на месяц, потом на три, потом на полгода. Мне нравилось мое дело, но я не понимала, как я пришла к той точке, где лень монтировать и снимать, что-то выкладывать. Я искала кучу оправданий. И думаете, я обманывала других? Я обманывала себя. Один вопрос в голове. Почему самое любимое дело приносит боль? И знаете, я даже рада, что в какой-то момент в моей жизни что-то пошло не так. Пропасть из блога было верным решением. А продолжать снимать не ради себя – нет. Но я все еще жила этим. Я монтировала эстетичные видео под музыку, собирала смешные кусочки с друзьями, выкладывала только те публикации, которые мне западали в душу, а не потому, что это очередной тренд. И пришла к выводу, что как бы я ни старалась избегать своего творчества, оно всегда будет меня догонять. Именно в то время я потихоньку начала воплощать идеи, которые меня отражают. Пусть это оставалось размытым, но оно исходило из сердца. Верите ли вы в знак свыше? Или в судьбу, а может, просто в совпадение. Я всегда знала, что важные вещи даются не просто так. События, люди, испытания приходят в нужное время. И курс «Адушкины целое» еще раз это подтвердил. Три блока. Психология, контент, продажи. Многообещающе. Это был очень рискованный шаг. Я понимала, что исход событий зависит только от меня. Я советовалась с людьми по поводу его покупки. Но в глубине знала, что курс поможет. И до сих пор только мое мнение является единственным верным для меня. Я сделала выбор. Курс стартовал. Никогда в жизни так сильно я не углублялась в себя. Впервые начала осознавать, что делаю. Я начала выносить глубокие смыслы из уроков и практик. Но давайте не будем об идеальном. Я все тот же человек, который может совершать ошибки и у которого бывает плохое настроение. Это не значит, что я не люблю себя или окружающих, и что я должна чувствовать вину за свои проявления. В этом и заключается баланс. Я не ухожу в депрессивное состояние, а учусь проживать свои эмоции. Исхожу не из позиции «помогите мне», а из позиции «я помогу себе сама». И впервые так сильно чувствую свою силу. Я в жизни не выкладывала столько контента, как за последние 2 недели. И это не переносит мне боль. Потому что я знаю, куда хочу двигаться и в чем развиваться, и осознаю, что впереди меня ждет еще очень много нового и интересного. Это самое начало, потому что ответить один раз на вопрос «кто я?» недостаточно. На протяжении всей жизни я еще буду узнавать себя. И это круто. Да, все не бывает гладко. На то мы и люди, чтобы учиться и познавать этот мир. Поэтому я предлагаю тебе пройти этот путь вместе. Всем привет! С вами снова я, Тюня, и это новый блог.